точно в челюсть. Ну что ж, теперь посмотрим, насколько Амир Имам финишер, потому что Мальдонадо сейчас, мягко говоря, не сладко. И, соответственно, насколько... Опа! Вот это да! Это будет томным, что называется. Вот как меняется ситуация одним ударом. И еще один правый крюк. Отличные два крюка подряд от Амира Имама. Фидель пока... Ну, ощущение такое, что восстановился вроде бы Амир Имам. Мастером защиты, так скажем, хотя Имам тоже пропускает сейчас. Настоящий зрелище. Вот так вот. Левый крюк мы видели, и повторная атака очень мощная. Так, друзья, парад просто крюков какой-то сегодня. Ну что, готов? Ну что ж, не нужно испытывать судьбу Амиру Имаму, а дорабатывать. Вот это да, вот это бой, друзья. Вот это бой. Вот это да, друзья.